нашли задумление. Просьба без паники покинуть помещение, пользуясь схемами эвакуации и табличками на выход. Пойму. А это же выход делали. Заставили пожарники, что делать. А, выход пожарный, что? Ну, не знаю, как пожарники, так решили. А этот выход раньше был ведь, правильно? Знаете, что нам сказали убрать, мы убираем. А этот выход раньше был вообще? Ира! Мы не знаем. Спрашивайте, все у вас вот у охранника, он вам все расскажет. Пойдемте, я вам покажу, так, где вы. Давайте-ка вы меня не будете трогать, я хорошо? Не буду вас трогать, вы только вы знаете. Да, да, я туда пойду. Пожалуйста. А раньше этот выход был? Нет. Не было его, что ли? На выбор никого не пускают. Заходите. Хорошо. Хорошо. Ваше мнение, ничего страшного, да? Да. А что должно быть страшного? Не, ну мало ли, там убытки терпятся или что-то такое. Ну, все-таки они... надо. Ну, мы сами закрываем рестораны раз в месяц на то, чтобы здесь навести порядок. Соответственно, если это делает торговый центр, это наоборот хорошо, потому что ну, все дела сделаются сразу. Потому что, например, мы тут одни сами убираемся все, да, всяких живчиков травим, а они бегут, извини меня, с какого-нибудь бутика. Оно так и есть. Mm. Вот, поэтому, когда они закрывают весь торговый центр, это лучше, что мы сможем полностью навести везде порядок. Понятно. Ладно, спасибо.